Сегодня нам предстоит прокачать Дэдпула, но перед этим давайте проверим, насколько прокачаны вы. Прямо сейчас я вам дам 3 секунды, и те из вас, кто успеет поставить лайк под этим роликом, будут прокачаны до 100 уровня. Ну что, поехали! Привет-привет всем, друзья! С вами, как всегда, я, Гост. Задумывались ли вы когда-нибудь, что произойдет, если прокачать Дэдпула до 100 уровня силы? Знакомьтесь, это Дэдпул 1 уровня. Дэдпул, ну, привет! И сегодня нет... Оу, капец! Нам предстоит его прокачать! Ну что ж, ребята, в общем-то, вы просили меня сделать это уже очень давно, именно прокачать Дэдпула. Сегодня, наконец-таки, мы посмотрим, как будет проходить эта прокачка. Ну и, конечно же, круто проведем время вместе. Оу, ребят, походу, Дэдпул хочет вам кое-что сказать. Значит, вы, призраки, собрались прокачать меня в GTA 5. Интересно. Ну, посмотрим, что, в принципе, из этого получится. Но, правда, я смотрю, кто-то из вас до сих пор не поставил лайк. Это очень плохо. Я, когда буду последнего уровня, обещаю, что те, кто поставил лайк, будут моими друзьями. Поэтому, если ты до сих пор этого не сделал, то рекомендую тебе поставить его прямо сейчас. Ну-ка, давай делай это. Ну, конечно же, не забывай подписываться на канал, чтобы вступить в семью призраков. И, само собой, нажимай на колокольчик. Ну все, давай, увидимся с тобой еще. Какой все-таки смешной голос у нашего Дэдпула нуба. Оу, чувак, ты че? Получай нафиг! Совсем уже офигел! Просто до удара отправляем его в нокаут. Короче, ребята, я думаю, что начнем мы свою прокачку с того, что завалимся в центральный банк Лос-Сантоса и устроим ограбление. Я думаю, с этого можно будет неплохо подформить. Так, первый чувак готов, второй тоже. Отлично, проходим в банковской ячейке. Оу, нет, кто-то нажимает у нас на кнопку. Окей, окей, сейчас посмотрим, дружище, как все будет разворачиваться дальше. Скоро приедет полиция, давай, Дэдпул, действуй как можно быстрее. Вставим взрывчатку C4, аккуратненько ждем и... Давай! Давай, время мало! Все, отлично, вскрываем ячейку. Так, кто тут нажимал? Тут нажимал на кнопки. Дружище, ты знаешь, что я могу? Я могу просто взять вот так вот 2 УЗИ! Блин, это на самом деле круто, то, что можно брать 2 пушки. Это первая способность, ребята, нашего Дэдпула, даже 1 уровня, это очень круто. Мы также с вами можем быстро бегать, как я уже заметил, и высоко прыгать! О, нет! Спокойненько, так, Дэдпул, ты давай, шибко не горячись. Все, взламываем, короче, вторую дверь. Да, тут тоже надо поставить взрывчаточку. А, кстати, ребята, хочу сказать вам огромное спасибо еще раз за то, что вы смотрите так хорошо ролики с прокачкой. Ставите просто гигантское количество лайков. Следующий ролик я запишу через 15 тысяч лайков. Если под этим роликом наберется 15 тысяч лайков по прокачке, ребята. Вот, но также хочу попросить вас в комментариях писать, пожалуйста, о том, какого героя мне прокачать следующим. Так что пишите, ребята, возможно, ваш герой попадет в следующий выпуск. А, само собой, также, ребята, не забывайте писать вообще, какой герой вам нравится больше всего. Ну вот, по вашему мнению, у кого прокачка была круче? Вы наверняка посмотрели много роликов. То есть, давайте сейчас устроим такой баттл. Халк, Человек-паук или Дэдпул? Кто для вас круче? Вот серьезно. Взламывать ячейку не очень-то и просто, если честно. Посмотрите, как тяжело, ребята, идет взлом. Это капец. Надо совсем попасть. Блин, жесть. Так, удобнее всего, когда снизу двигается. Нет! Блин, капец. Реально тяжело. Так, хорошо, ловим. Ловим, все, отлично, ребята, мы с вами вскрыли. Так, давай, Дэдпул, забирай карточку, все, она тебе еще, возможно, пригодится. Да хотя, я думаю, нет. Сейчас мы, ребят, с вами банк просто взломаем, и я думаю, что уже прокачаемся так неплохо. 4 звезды, и мы практически уже у цели. Сколько дверей приходится взломать, вы просто посмотрите на это, реально, дофига дверей здесь наставили, чтобы никто не смог проникнуть к банковской ячейке. Но у нас пока что это очень неплохо получается. Кстати, ребята, еще раз хочу вам напомнить о том, что у меня есть свой Инстаграм, где я выкладываю интересные там видосики, картинки, прочие фотографии свои, вот, общаюсь, в принципе, с подписчиками своими. Поэтому, если вы еще, призраки, не подписались на мой Инстаграм и на мой ТикТок также, где крутые ролики выходят, то подписывайтесь прямо сейчас. Ссылочки находятся в описании под этим роликом, там их 2, поэтому кликайте, подписывайтесь везде, ребята, я думаю, вам будет очень интересно. Ну что ж, добираем все золото, которое здесь есть, на первой тележке мы с вами уже сделали... Фигеть, блин! Сколько? 2400! Ты че, прикалываешься? Сколько здесь бабок? Тут на 5 мультов, блин. Слушай, это вообще неплохо. Так, еще на этой тележке у нас также лежит золото. Все, бабки у нас. Пора отсюда сваливать. А, почти 6 миллионов мы только что вынесли. Капец, но нужно деньги еще доставить. Да, ребят, как только мы с вами доставим деньги, мы с вами должны будем апнуться. Это очень сложное задание. Плюсом к этому сейчас наверняка у нас на улице ждет огромная толпа копов, которые будут пытаться меня убить. О, нет! Нет, 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 что так много?
это? Вы чё? Пацаны, вы чё? Ладно, окей. Я думаю, что нормально подеремся. О, больно, пули? Нет, конечно же. Дэдпул бессмертный, мы вообще наплевать. Так, чуваки, все, разлетаемся быстро. Разошлись по сторонам. Мне нужна сейчас будет тачка для того, чтобы эти деньги, ребята, отмыть. Куда-нибудь спрятаться от копов и просто скрыться. Так, хочу пострелять с двух рук. Вот так, отлично, посмотрите. Офигеть, это очень круто. Так, сюда тоже просто настреливаем. Отлично, блин, с двух рук вообще, ребят, просто шикарно. Это просто чит. Серьезно, мы с вами обстреливаем вообще все, что есть. На, лови! Никто не выживет! Хотите поймать Дэдпула? Ничего подобного! Вот так вот получайте! Все, ладно, короче, пора усаживаться в тачку и на самом деле отсюда сваливать, потому что копов становится все больше и больше. Все, поехали! Быстрее, блин! Пропускайте меня, хватит на моем пути вставать. Все, погнали, отлично. Знаю я одно место неплохое, где можно укрыться от копов. С вероятностью 100% мы с вами просто уйдем от них. Сейчас на всех парах мчимся туда. Какое все-таки кайфовое первое задание у нас получилось. Это реально офигенно. Все, здесь мы в принципе уйдем. Бабки теперь наши. Отлично, и левел сразу же апнулся. Но все, я думаю, что можно выходить из этой канализации. Да хотя, в принципе, давайте прямо здесь мы с вами посмотрим, в кого мы превратимся дальше. Ну что, хотите взглянуть на Дэдпул от следующего уровня? На счет три. Раз, два, три, поехали! И это... Что, блин? Дэдпул? Мститель? Серьезно? Это костюм Мстителей! Посмотрите просто на него, как он выглядит. А почти ничего не поменялось, ребята. Мы с вами теперь в тяжелом костюме, который, кстати, нас дормаживает. Но у него есть способности, ребята. У него есть свои способности. Вы просто посмотрите, как быстро мы можем бегать. Теперь мы можем использовать способности нашего костюма для того, чтобы... Ну, в принципе, просто для своих целей. Это очень круто. Стой на месте! Получай! Нифига себе, блин, там еще даже взрыв был! Очень сильные удары, просто капец. Мы также, ребята, с вами по-прежнему высоко прыгаем, только уже намного стабильнее. То есть мы можем спокойно, ребята, сами выпрыгивать на большую дистанцию, приземляться без всяких парашютов и прочего. Это очень круто, если тачку вот так ударить. На, блин, офигеть, просто что это вообще? Какие удары? Жесть, это жесть. Также можем включить мод брони, ребята, на нашу... Также можем включить мод брони на наш костюм, и все. Теперь нас никто не пробьет. По-прежнему есть пушки, то есть мы можем ими пользоваться. А я также думаю, что их можно будет грейдить сейчас. Давайте-ка это быстренько с вами сделаем. Поставим что-нибудь на нашу пушку. Ох, офигеть, блин! Мы с вами просто в прямом, ребята, режиме, в прямом эфире сделали себе пушку, взрывные пули, блин, офигеть! Это кайф, это просто кайф. Но, кстати, копы едут, блин, нет, меня, походу, сегодня весь выпуск не останут. Так, хорошо. А мы... Пока, парни! Пока... Вы, кстати, посмотрите на улицу, на... Его вообще не думал, вообще капец сливается. Такой стоит. Эй, кто, блин? Ты как по мне стреляешь? Привет. Получай. Ловушка. Ловушка Джокера, блин, ребята. Вот это я понимаю. Ну просто даже вертик. Вот так вот с пары ударов, ребята. Разлетается просто. Это очень круто. Так, погоди. Они кого-то спускают. Ай! Это кто, блин? Это Колос. Ребята, это Колос. Ой, капец. Чё так больно? Отвали от меня. Хоть мне бить. Ты придурочный, что ли? Дай мне уйти, блин. Он меня просто, ребята, убивает. Офигеть, он жесткий. Офигеть, он жесткий. Ты давай! Притормози, я сказал. Ребята, не могу от него убежать! Я не могу, костюм! Выручай, костюм! Эй, Дэдпул-то не совсем бессмертный, оказывается. Халк его вообще... Ой. Дэдпул-то не совсем бессмертный, оказывается. Его вообще спокойно Колос пробивает. Здоровяк вообще жесткий, жесткий, блин! Я не знаю, что мы будем с ним делать. Иди нафиг. Иди нафиг! Получи, блин! Получай! Вот так, отлично! Нам надо его убить, ребят, мы апнемся сразу же! ХП вообще нету! Валим! Валим! Валим куда-нибудь! Я не знаю, куда! Куда-нибудь наверх! Да силы дай! Все отлично! Хух, я думал, все, ребята, все, кранты думал! Я читер! Я читер! Нет, только не вниз! Где ты? Где ты? Вон он! Ой! Он зеленый! Он сейчас жесткий вообще! Отвали! Ты вообще капец! Дурачок какой-то! Он очень сильный. Так, он снизу, он снизу. Так, я тебя сейчас просто разберу. Так, отличненько, подходим поближе. Дробовичок. Ай! Я понял. Я понял. Я намек понял!
Отвали! Капец! Еще немного постоим, надо отрегениться, надо срочно отрегениться. Он меня пока что тут найти не может, ребята. Я могу восполнить свое здоровье. А, нашел! Здорово! Привет! Застрял! Придурочный. Нет, не застрял. Так, давай-ка попробуем его просто сейчас ударить. Мне интересно, получится или нет. Он хочет в ближнем бою. Он хочет в ближнем бою. Ударь! Ударь его! Ух ты, нифига себе! Вот это ударчик неплохой! Чё, понял, блин? Понял! Дурак Колос, он меня сейчас забьет. Так, дай мне вылететь. Вот сюда, хорошо. Ух, капец, какой батл. Парни, вы мне только не мешайте, пожалуйста. Тут есть проблема посерьезнее, если честно. На, останавливаем. Останавливаем? А, блин, опять полетел. Да ты чё, как мне от тебя уходить, а? Как мне вот от тебя избавляться? Иди, нафиг! Блин, костюм просто не дает мне это сделать, ребят. О, энергент, отлично, дробовик, хорошо. Отлично справляется. Так, только надо, я ребят, понял, как против него действовать. Надо его просто стараться не подпускать. Если подпустил, просто ударять. Да ударь! Ударь. Все, мне кранты. Он опять взорвался. На, блин, на, хавай, хавай, хавай еще. Вот туда тебе. Да жесть! Пошел нафиг от меня. На тебе. Капец. О, хорошо, хорошо. Вот это отлично было даже, я бы сказал. Получи, блин, взрывные пули. Как тебе это на вкус? Он взял РПГ-ху. Он взял РПГ-ху, но несет. Блин, нет. Стой! Получи с лазера. Вот так отлично. Ребята, я его держу, 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 держу. Лови, блин. Хорошо. Вот так, ребята, все, не подпускаем. Просто стрел лазером как держится. Надо было сразу же брать лазер. Я что-то тупил вообще. Мы его с вами просто на две части разломали. Все, ребята, полоска заполнилась. Мы с вами апнулись. Это очень хорошо. Давайте прямо сейчас посмотрим, что у нас там дальше. Какой следующий уровень нас ждет. На счет три. Раз, два, три. Поехали. Как всегда, ребята, я не смотрю. Просто не смотрю. Давайте сейчас открою левый глаз. Я спою по звукам. Да, ребята, это у нас свинопул. Капец! А чё он так... А, чё он так скукожится из-за огня, походу? Офигеть просто! Вы посмотрите на эту модельку, ребята! Это Веном и Дэдпул вместе! Капец, блин! Вот он, уровень бог, ребята! За нашего нового персонажа теперь мы можем просто их уничтожать! Еще, кстати, удары взрывные! Офигеть! Танк просто давай взорвем его! Вот сюда получай, блин! Хорошо. Так, я, кстати, голоден, голоден, голоден. Так, иди сюда, братишка. Вот так, хорошо. Я немного перекушу. Ням-ням-ням. Просто, ребята, хаваем его. Оу, да, это то, что надо. Это то, что надо. Это то, что я хотел, ребята. А, последний уровень. По сути, реально, мы сейчас с вами просто бог-персонаж, который, ну, вообще уничтожает все на своем пути. Офигеть. У нас также есть с вами способности крутые. Так, например, можем вот так вот взять, ударить танк, взорвать его просто сразу же. Военные приехали. Получай! Получай! Тачку надо, тачку, 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 тачку. Лови! Блин, чего вас так много тут? На, блин! Вот так по тачке, все, хорошо. Так, и что, у нас тут еще кто-то остался живых? Получайте все. Вот так еще раз. Давай сюда. Хорошо, вот это, ребята, я понимаю. Реально, просто мощь. Такой мощи мы давненько с вами не видели, честно говоря. Ну, сама моделька, ребята, конечно, больше вызывает восторга, потому что он здоровый. Он даже больше самого Венома, честно говоря. А накачанный прям жесткий Дэдпул. Только Веном, по сути, у которого способности Венома, ребята, голод Венома. Ну и, конечно же, сила. Сила, ребята. Вот это самое главное, наверное, в данном случае, потому что мы прокачались до уровня бог про, или как еще назвать, и теперь мы действительно сильные. Так, хорошо. Я, в принципе, думаю, надо еще маленько перекусить копами. Так, иди сюда. Вот так, отличненько. Попробуем тебя быстренько скушать. Голова. Давай, торс, ноги. По очереди, просто каждую ногу по очереди. Косточки только невкусные, их стоит выплевывать, наверное, да? Дэдпул, я тебя еще научу быть виновным, не переживай. Потихоньку, потихоньку привыкнешь. Куда бы мне на самом деле скрыться? Копы сейчас охотятся за мной очень усердно, очень упорно. Много... Что за контейнеры, кстати? Давай-ка вот здесь просто, смотри, мы можем вот так вот засесть и просто спрятаться здесь от копов. Или продолжать от них бегать как-то, потому что скорость у нас реально феноменальная. Ох, офигеть. Блин, вертик. Вертик спалил. Как ты это сделал, вертик? Надо вертики сбивать, походу. Блин, пролетаем. Капец. Куда? Так, стопэ. Вперед. Хочу вертик сбить. Хочу просто сбить вертик. Он как раз там высаживает спецназ. Сейчас мы его быстренько вот так вот подцепим. Где вертик? Иди сюда. Хорошо, просто сбиваем. Лови, лови вот так вот вниз. Получай еще. Просто нафиг, ребята, разбили его.
Блин, это очень круто. Ну что ж, друзья, я думаю, что пора бы нам на самом деле где-нибудь укрыться. Ночь недолгая, а такой вот... А вот такой вином пул, он днем, конечно, на улицу не выйдет. Только ночью, ребята. Только ночной хищник, который способен уничтожить все на своем пути. Ну что, друзья, я надеюсь, что этот ролик вам понравился. Напишите прямо сейчас в комментариях, если вы досмотрели до этого момента. И я влеплю вам лайк под этим роликом, потому что вы настоящий красавец, который смотрит все мои ролики. И прям огромное вам спасибо, если вы это делаете. Прям это очень круто. От начала и до конца, друзья. Пишите, я поставлю лайкос, как это сделал под прошлым роликом. А также не забывайте писать имя следующего героя, которого вы хотите увидеть в выпуске, обязательно запишу его. Ну и само собой, нажимайте на лайк, колокольчик, 20 тысяч лайков, ребята, не забывайте, и будет следующий видос. Лайк, колокольчик и подписочка, если она до сих пор не оформлена. Проверяйте все, друзья, и я буду ждать вас на следующем ролике. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч, призраки. Пока-пока-пока. Пока!